Как сообщил источник в правоохранительных органах, поступила информация о минировании вокзала. Спецслужбы сразу же проверили здание. Людей в это время перенаправляли от ЦУМа в другой подземный пешеходный переход. Ничего не знаю. Я пришел на электричку. И вот не пускают. Говорят, учения. Часа два назад где-то появились и говорят, учения. Не знаю, что еще. А так всех выгнали с вокзала. Может быть, в связи с праздником, то, что у нас будет мероприятие в городе. Сейчас проходите, происходит в городе учения. Но это правильно, на самом деле, что учения, если будут, то есть, ну, они молодцы. В 15 часов пассажиров электрички стали пропускать на платформу. Работа железнодорожного транспорта не была нарушена. Сбоя в расписании нет. Официальные комментарии пока не поступали.